Ну, мы находимся в одной из, наверное, самых древних точек развития Камчатки, Нижнекамчатский острог. Именно здесь находилась первая столица Камчатского, тогда еще не края, Камчатки. И, конечно, это место особенно уникальное тем, что здесь сохранился один из старейших храмов Дальнего Востока и самый старый храм Камчатки, который вот в таком виде, как сейчас мы видим, был здесь построен в начале 19 века, прошел все испытания. И то, что мы можем здесь прикоснуться к истории, можем здесь, на этой территории, рассказывать и делиться опытом освоения Камчатки, рассказывать, какую роль Камчатка сыграла в развитии Дальнего Востока, Российской империи, потом Советского Союза, Российской Федерации. Это, конечно, очень ценно, поэтому эта точка будет, безусловно, одной из опорных для развития туризма. Фестиваль «Россия-Камчатка-Мир», который в этом году пройдет впервые в таком масштабном формате, станет как раз основой такого движения. Уверен, что в следующие годы мы увидим Нижнекамчатский острог как точку притяжения туристов и как место, куда мы будем и детей, и школьников, и молодежь тоже привозить, чтобы рассказать, поделиться и почувствовать славную историю Камчатки.